если Бог в твой первый день рождения отчетливо и явно с одобрением поцеловал тебя в высокий лоб и жизненно осветил дорогу, то значит, небеса тебе помогут на самой неизведанной из троп. Был сон тебе, сон вещий со значением, чтоб помнил ты свое предназначение, чтоб миссию свою ты осознал. И если вдруг среди мирских занятий забудешь ты о миссии не кстати, нет-нет, я не забуду, ты сказал. Какие вехи в жизни обозначим, когда здесь каждый шаг так много значит и все достойно, что и говорить. Как ты, осознавая мессианство и покоряя время и пространство, сумел так много славных дел совершить. Ты создал школу, столько отдал сил, учитель, ты учил в ней и творил. Не зря об этой школе все трубят. Ты дочь взрастил и свой дворец построил, и всех выпускников трудоустроил из этой школы имени себя. Мы думаем птенцам гнезда портного, им не с числа, а мощная основа им позволяет брать все рубежи. И даже если не звонят, не пишут, но помнят, помнят все портного Мишу, ведь это он им дал путевку в жизнь. Но двигаться вперед – его девиз. И значит, это вовсе не каприз души мятежной новое творенье. Он голос над долиною вознес, и громко, и надолго, и всерьез, и слушатели жаждут в нетерпенье. Над Силиконовой долиной там и тут взметнуться должен праздничный салют. Салют! Салют в честь юбиляра Миши! За Мишу выпить нам, друзья, пора! Воскликнем трижды громкое «Ура!» И пусть долина нас услышит!